позицию надо взять, а? Полина, какую позицию создать? Вот такую. Сесть вперед, чтобы... Валюш, смотри на Машу. Смотри вниз. Машу. Вот так. Смотри вот так. Еще молодец. Еще, и два так. Дальше. Нет, понятно. Ты слишком ровно стоишь. Вот так. Надо чуть-чуть вот так. Наклоняйся. Вперед. О, молодец. И поймать мяч. Смотри, как я поймала. Так ты должен тоже так. Ты тоже так можешь. И поймай. И почти. Давай еще. И быстро. Раз. И. О, молодец. Только лови, Полина, крепко. Так, зажми его. Еще раз. Еще раз. И пошла. Быстро руки. Оп. Молодец. Понятно. Почему он на пол падает? Ты его там. Зажми его крепко. Еще раз. Да, только сзади. Давай, не впереди, а сзади. Нет, сначала. Смотри, не, она сначала... мама хитрит, она вообще согнулась. Давай согнись. Мама согнулась. Вот. Смотри, Маша, как она согнулась. Вот так, согнулась. Как бы спряталась. Вот, спряталась. Спряталась и... О! Молодец. Еще раз, давай. Молодец. Не, Полина, как? Полина. Надо согнуться, спрятаться. Спрячься. Вот так. Спрячься, спрячься. Спрячься. Ну, молодец, еще раз давай. Его положи на шею, положи его. Блин, перед тем как... Положи, положи его. О, еще раз. Почти, Поля, давай. Блин, положи и... О, молодец, и красиво встать. Встали красиво. Вытяни. Вытяни. Вот. Ну, красиво. Вот. Правильно. Да. Надо фотографию сделать. Пойдем фотографию. Ему вытянуть руки. Маша лучше тренирует гимнастику. Она так вытягивает все. Давай, чтобы красиво было. Вытягивай. Вот так вытягивай. И смотри на мяч. Смотри на мяч. Пятую позицию. Пятую позицию. Вытяни. И смотри, вытяни. Смотри на мяч. На мяч. На мяч. Смотри, вытяни еще.